Зеленоглазый красавец Василий потерялся. Бездомный кот долгое время бродил по улицам и получил серьезную травму уха. Волонтеры помогли Василию залатать раны и привели питомца к жизни. Сейчас ласковый кот полностью здоров и ждет своих новых, а главное, заботливых и добрых хозяев. Наш эфир продолжит рубрика «Пристрой вместе». Слово Ольге Бакиной. Какой он идеальный весенний вечер. Для каждого свой. Для меня это интересная книга, теплый плед, горячий чай и, конечно же, мурлыкающий кот на коленях. Вот он, идеальный весенний кот. Этого зеленоглазого красавца зовут Василий, и он невероятно ласковый. Мне кажется, он готов петь свои песни весь вечер напролет, сидя на ваших коленях. Ему около 2 лет, и за эти 2 года на его долю выпало немало испытаний. Первые 2 года он провел на улице и получил от бродячих котов довольно серьезную травму. Почти год он лечил свое ушко, но сейчас абсолютно здоров и готов отправиться в самую лучшую и заботливую семью. Васенька не нуждается в медицинском сопровождении, приучен к лотку и абсолютно неприхотлив в еде. Он ждет именно вас. Присмотритесь внимательнее. Если вы хотите познакомиться с Василием лично и забрать его к себе домой, то срочно звоните. 8-912-332-88-18. Оля Бакина, Никита Плехов и Вася. Информационный канал «Город».